Ну а сейчас поговорим о спецодежде. Ну, как поговорим? Примерим, испытаем. Ведь сегодня к спецодежде предъявляют серьезные требования. Она должна защищать, быть комфортной, практичной и симпатичной. Добро пожаловать, нас здесь ждут. Экскурсию в царство спецодежды для нас проведет Наталья Лазовик, менеджер магазина «Рабочая одежда» в Могилеве. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Скажите, раньше вот по терминам спецодежда подразумевались, я так помню, просто телогрейки и кирзовые спаги. Сейчас все иначе. Ну, вы как видите, теперь помимо того, что есть вопрос качества, есть вопрос внешнего вида. Безопасности. Безопасности – это в первую очередь, так как у нас именно рабочая одежда. Пойдем, посмотрим. Я хочу вам предложить вот такой вариант зимней куртки, которая идет у нас до минус 20. Mm-hmm. То есть можно посмотреть ее эстетический вид. Я могу померить, правда? Пожалуйста. Она предназначена, эта куртка, для кого? Для рабочих. Для строителей. Для строительных, да? Рабочих. То есть для всех рабочих, которые работают, в принципе, на улице. Я могу стать моделью? Конечно. Модельный бизнес, может быть, там не платят. Конечно. Знаете, уже немножко жарковато становится. Куртка сколько, вы говорите? До минус 20. До минус 20. Помимо того, что эта куртка зимняя. Тоже, наверное, будет жарко. Жарко. Это еще теплее. Это идет до минус 30. Защищает она от влаги очень хорошо. Поэтому... То есть куртка не промокает? Не промокает. Давайте проверять. Давай. Лейте, Наталья, лейте. Смотрите, как можем... хорошо она скатывается, а? Скатывается. Ну, давайте мы ее впитаем хорошо так. Проверяйте. Знаете, на удивление, вот абсолютно честно говорю, вот эта часть, куда сейчас мне Наталья полила этой жидкости, она сухая. Наталья, я вот смотрю, у вас есть коллекция лета 2015, наверное. Лето 2015. Вариантов очень много. Костюм изготовлен из ткани 50 на 50. Идет внутри идет ХБшечка, которая идет к телу очень приятная. Сверху идет сплетение ниток полиэстер. 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 Для того, чтобы было немножко пылеотталкивающее, водоотталкивающее. Знаете, Наталья, мне нравится у вас магазин. Много интересных таких вот вещей. Вот каска, например, да? Протестируем, давайте. Что дарите мне. Удобно одеть. Чем-нибудь. Чем бы вас вот. Таким, я думаю. Давайте. Ощущения? Совсем не больно. Это идет спецобувь, рабочая обувь. Натуральная кожа полностью. Во всех стальной подносок. Даже в летнем варианте. Все идут бензомасло, стойкие, непромокаемые, противоскользящие, антимикробная стелька. А это специальные наколенники на липучках. Они предназначены для людей, которые работают на коленях. Вообще у нас в магазине более 200 видов товаров, включая как маски, каски, респираторы. Также у нас большой выбор медицинских халатов, поварских форм. Ваше время истекло, на этом мы заканчиваем нашу экскурсию. Если хотите узнать более подробно, пожалуйста, на Первомайскую 1, магазин «Рабочая одежда» или сайт в интернете «Юформ Бай». Если знай наше, полезно знать, что старейший и авторитетнейший магазин города «Центральный универмаг» презентовал Могилеву новый, масштабный и очень интересный проект в актуальном концепте дискаунтера. Давайте разбираться, что это такое и, главное, что почем. Все для дома. Совершенно говорящее название. И строго в цель. На 700 квадратов все, что нужно каждому влюбленному в свой дом хозяину. От мебели до последней прихваточки на кухне. От бытовой техники, люстр и светильников до милой душевной статуэтки на комоде.
Из привлекательного весь товар презентован так, чтобы не было нужды перебирать коробки, упаковки и стопочки. Здесь все лицом и в лучшем виде. Все можно посмотреть, потрогать, подвигать и скомбинировать одно с другим. А если подключить к процессу выбора консультанта, еще и превратить шопинг в познавательный мастер-класс. Но главное, все для дома – это не просто удобный магазин. Это интернет-дискаунтер. Как это понимать? А буквально. Находим товар на сайте, забираем в магазине. Нет на сайте, а очень нужно? Находим в сети и получаем под заказ. И это не все. Каждый день в каждой группе товаров есть обязательная акция. Сегодня мы нашли минус 18% на целую кучу позиций. Одним словом, отныне «Знай наши» следить за перемещением акционных ценников по отделам. Начнем с крупногабаритного по невероятным ценам. И мы идем искать акцию. Вот она, наша акция, называется «Матрица». Матрица – тот случай, когда о цене хочется говорить сразу. Да-да, вот это она и есть. И это за большую двуспальную кровать, две прикроватные тумбы, двухсекционный платяной шкаф, комод и зеркало. Лаконичная, современная и в вариантах цвета и декоров. Есть еще одна модель матрицы, крупнее. Цена на нее чуть выше, но не принципиально для такого формата. Такая вот убедительная акция. Помня, что все для дома магазин-конструктор, соберем из акционной матрицы полный комплект. Начнем с матраса. Ну вот сейчас матрица укомплектована стандартным матрасом. Вот он. Ну, конечно же, по желанию, по выбору можно подобрать совершенно другой матрас. И они здесь тоже есть. Базовый матрас комплекта представлен в экономно-разумном варианте жодинского белсна. Пружинный, мягкий, высотой в 19 см, со съемным трикотажным чехлом на молнии. Но легко можно подогнать характеристики под себя. Здесь есть и двусторонние матрасы разной жесткости на каждой стороне, с кокосовыми прослойками, варианты зима-лето и так далее. И два слова о белье. Сейчас укомплектован сатином. Ну, понятное дело, сатин – материал по определению дорогой, поэтому и стоимость соответствующий, но всегда можно сделать дешевле. Будем делать в 3 раза дешевле. Пойдем сюда. Вот. Учимся пользоваться магазином. Вот. Вот здесь. И это умение не бесполезно. Монохромы – это сегодня и стиль, и тренд. А поплин – хороший выбор повседневного, практичного, экологичного и недорогого белья. Этот вариант тоже конструктор. Выбираем понравившийся цвет или даже цвета, обращаем внимание на стеганую новинку – это эксклюзивно для Беларуси, определяемся с нужными размерами и получаем стильное решение – бюджет в 3 раза меньше сатина. Такие вот тонкости экономии. И все это малая часть, только 2 акции текущей недели. Кстати, заказать акционные товары, не выходя из дома, можно уже сейчас по телефону. Так что успеваем сориентироваться и приобрести все максимально выгодно. Подскажем о возможности приобретения товара в беспроцентную рассрочку. Такое предложение действует при покупке от 2 миллионов рублей общего чека. Есть также кредит, доставка и много чего еще интересного. Узнаем больше на сайте дискаунтера и, само собой, на месте. В общем, захаживайте. А все акционные новости уже в следующем выпуске программы, так что не пропускайте. Находится дискаунтер «Все для дома» в Заднепровье, на бульваре Непокоренных, 26А, на 2-м этаже торгового центра «Рио». Адрес сети интернет www.discount.by.